6 на 7 января миллионы православных христиан во всем мире отметили один из главных церковных праздников – Светлое Рождество Христово. Посвященное этому великому православному празднику торжественное богослужение прошло в Свято-Успенском храме. Предание о рождении Христа записано в Евангелии от Луки и от Матфея. В нем говорится о том, что в небогатой семье плотника Иосифа и Марии, зачавшей от Святого Духа в городе Вифлееме, родился младенец. Явленная на небосклоне звезда привела к колыбели Спасителя трех волхвов, которые одарили младенца золотом, ладаном и смирной. В день Рождества Христова заканчивается 40-дневный пост, и после появления на небе первой звезды можно вкушать мясную пищу. Именно с Рождества Христова начинается отсчет новой эры и новое летоисчисление, по которому сейчас мы и живем. В этом году рождественские службы прошли более чем в 30 тысячах храмов Русской Православной Церкви по всему миру. Каждый из нас старается провести этот день не так, как любой другой. Подарить добро, любовь близкому человеку, стать лучше, а самое главное – ближе к Богу. Надежда Калинина, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».